Это тыльная сторона Фридонских ворот. Вот. Сюда можно попасть, только перейдя через территорию старой Калининградской мечети. Ну, собственно говоря, здесь мечеть такая, она не совсем похожа на мечеть, просто здание с молельными залами. Вот, оно чуть дальше там. Посмотрим, вот уже. Вот это вот Фридландские ворота, соответственно, ров здесь. Парк 40-летия ВЛКСМ, он назывался. Сейчас его вернули, как я понимаю, старое название Южный парк, который был открыт, еще, скажем так, в 19 веке королем Фридрихом Вильгельмом IV, если я не ошибаюсь. Вот здесь вот такой был мост, который сейчас вот справа от моей стороны. Вот, значит, здесь вся вот эта вот конструкция такая. Это более общий вид. А вот это вот территория мечети, можно сказать. Она такая невзрачная. Но тем не менее, здесь, как мне сказали служители или охранники, по пятницам 5 раз в день происходит намаз, молитва. В зухр, в дневное моление или в дневной намаз, тут, говорит, все, говорит, заполнено людьми, вот это все пространство. Вот это вот здесь. Спасибо, ребят. Вот тут 2 охранника, скажем так, 2 служителя, которые охраняют покой мечети. Ну, собственно говоря, сейчас я немножко подальше отойду. Вот, это значит, у меня за спиной. Вот так вот. Это розовое такое здание. Это вот и есть, собственно говоря, Калининградская, действующая Калининградская мечеть. Вот, все оно находится, так сказать, в рамках забора старого немецкого форта, вот этих вот Фридландских ворот, так называемых. Вот, а вот здесь вот есть соответствующая бирка, что это мечеть. Вот. Мечеть Центрального духовного управления мусульман России. Улица Дзержинского, дом 32. Вот. Здесь вот оно за такими воротами находится.